Хочу, во-первых, поблагодарить ребят. Действительно, они прошли очень тяжелый отрезок. Мы сыграли за месяц почти 7 игр. Поэтому чисто было морально настроиться на эту игру. Понимали, что будет тяжело. Ребята выдержали, и я благодарен им за это. Мы старались и готовились для того, чтобы играть обороны с быстрым выходом из обороны в атаку. Но «Чайка» нас быстро как бы прессинговала, при потере мяча тут же сразу начинали атаковать, поэтому у нас не получилось выхода из обороны. В целом, ну, наверное, счет закономерно, команда более подготовлена, мастеровита. Я поздравляю их и желаю удачи «Чайке» во второй дивизионе.